Friends. Я скажу. Да. Радости не было предела. Муж ехал на машине, сказал: «Ой, мне надо остановиться, потому что я сейчас могу сделать какой-то неадекватный поступок». Привели детей в коллектив, ходили на концерты, да, и руководитель посмотрел на нас, говорит: «Мамочки, а что это вы сзади сидите? Остановитесь и пишите ряд». А второй раз уже невозможно было не прийти. Я домохозяйка. Когда с двумя детьми дома была, сидела, вообще замыкаешься в какой-то вот домашней обстановке. Никогда не думала, что я в 36 лет начну танцевать. Я, например, пришла, будучи в декретном отпуске, вот у меня только ребенок маленький бросил грудь, и я поняла, что дальше с этим надо что-то делать. Взяла за руку старшего, привела его. Ну, он меня год оттанцевал и бросил, а я вот осталась. Ну, слава Богу, с фигурой все нормально теперь. Нет, время от времени к нам приходят мужчины. Вот, но почему-то надолго не задерживаются. А Миша у нас стойкий. Самый. У нас уже стал дедушка недавно. Почти полгода назад. Дедушка, танцующий хип-хоп. Это круто. Это круто. Всем дедушкам желаю так. Вот лясывай. 5 и 6 через остановку 8. Они заходят в зал, и они забывают обо всем. Вот они находятся, вот музыка, они и танец. У них восторженные лица, и стоишь, и просто у тебя сердце замирает. И хочется сказать другим родителям, пусть дома не сидят возле сковородок, возле телевизора с мужьями, берут друг друга за руку, пусть приходят. Дети рассказывают, вот у нас такие мамы. Будут смотреть друзья детей, одноклассники детей. Вот, и хочется достойно выступить, чтобы дети наши гордились нами, нашим выступлением. Ніщо так позитивно не позначається на настрої жінки настільки позитивно, як танець, особливо, якщо це хіп-хоп. Переконайтеся на власні очі. Колектив «Хобі Денс». Я теперь буду выглядеть всегда. We'll be right back.
Доброе утро, Людмила Прокофьевна. Да. Я просто обязан вас предостеречь. Помните, вы были у меня дома? Да, как не помнить? Вот тогда-то Новосельцев решил за вами приударить. Это его собственное выражение. Ну, с целью получить место начальника отдела. Я вам вже казала, що ваші діти можуть вами пишатися. Казали. Сьогодні я ще раз про це кажу. Дякую. Ви цього варті, ви довели сьогодні це і ще раз. Дякуємо вам. Ну, мене службовий роман порадував, а от що скаже наш тріумвірат, зараз дізнаємось. Ігорю. Селені хіп-хопери з Дніпропетровська, мені здається, що ваша версія службового роману 2 краще, ніж ту, яка там зараз іде на екранах. Ну, принаймні, більше настрій піднімає. Особисто мені. Я хочу вам сказати, що, чесно кажучи, ну, навряд чи ви є фаворитами. Може, я помиляюсь. Півфіналів, що Україна має талант третього сезону. Єдине, що я хочу сказати, що про вас буду довго говорити, однозначно. І може навіть візьму з вас приклад і підуть. У нас вже були дідусі, які танцювали вальс. Ну, пішли на пенсію, вийшли і пішли танцювати вальс. Були дідусі, які танцювали степ, після того, як вийшли на пенсію. Сьогодні у нас дідусь, оплески наймолодшому дідусю, поки що який виходив, який танцює хіп-хоп. Мені здається, це здорово і браво, що можу ще сказати. А скільки буде голосів, мені здається, вам не важливо. Може, я змогу? Слава, що ти скажеш? Ребят, спасибо за выступление, ну и просто супер, это во-первых. Во-вторых, конечно, танцующие родители, и, ну, дедушка у меня не поворачивается язык, глядя на вас, такой импозантный мужчина. Какие там дедушки? Ладно, сейчас не об этом. Спасибо вам за настроение, спасибо вам за эту любовь к танцу, за эту молодость, которая просто брызжет. Я думаю, что зрители это чувствуют, наверное, так же, как и те, кто присутствует и видят вас здесь живьем. Конечно, мне хотелось увидеть больше все-таки танца, потому что вы способны, вы можете так вообще дать, чем театра. Но несмотря на то, что мы увидели, на те фрагменты, которые вы удачно вмонтировали в свою постановку, было видно, что все было наполнено любовью, светом и, конечно же, настоящим хіп-хопом. Круто! Спасибо большое. Цікаво. Що скажуть наші спеціалісти з танців? Я скажу, что, возможно, да, хореография была не самая сложная, но это был самый настоящий, правильный, стильный хип-хоп. Были сложные ритмы в ваших композициях. То есть, ну, это реально был хип-хоп. Что касается возраста, это все ерунда, потому что когда включается музыка, и вы начинаете двигаться, я на сцене увидел 6 девчонок и нормального пацана. Танцуйте на здоровье. Спасибо. Дякую, Влада. Якщо ви, як і я, вважаєте, що ця компанія просто невичерпне джерело оптимізму і гарного настрою, обов'язково телефонуйте 0900-102-005 та надсилайте смс з кодом 05 на номер 3399. Пам'ятайте, з одного телефонного номера за одного учасника можна проголосувати не більше 10 разів. Хобі Денс, ви просто неймовірні. Не забувайте про це. Я вас обожнюю, сподіваюсь, глядачі також. Гарного вечора. Це був колектив Хобі Денс.